Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лор Лемур, и добро пожаловать на рубрику «Интересные проекты Space Engineers». Сегодня, дорогие друзья, я вас порадую. Порадую вот таким проектом, потому что это реально надо видеть, это нечто. Я бы сказал, что я давным-давно вообще такого не видел, и, в принципе, может быть, даже не увижу, но вот вы должны это увидеть, потому что это некий Лас-Вегас, это космический Лас-Вегас, ребята. Мой ПК еле-еле сравняется, кашляет, он поперхнулся пару раз, но вы должны это увидеть просто. Итак, у нас сегодня на вкусненькая станция Farsight Station, Creative Built by Mellotron and Shadow Trace. Вот этими вот пользователями Mellotron и Shadow Trace сделана данная карта. Это не совсем, скажем, мод, это не скрипт, это не просто проект какой-то, не корабль. Это огромная станция, дорогие друзья. Станция-город. Я даже понизил свои настройки до минимума, чтобы вы могли более или менее нормально, без лагов и завесонов, все это видеть. Все это вот реально выставлено очень низко. Сейчас я покажу. Буквально вот все эти средне-низкое и много чего отключено. Эффекты, в общем, всякие затенения, тени, в общем, тени все нафиг выключены. И мы вот спавнимся вот в такой небольшой капсуле, где у нас такой обзор на Землю, Луну, Лунчик, да. И вот с этой стороны находится шедевр, ребят. Реально, находится шедевр. Давайте мы выйдем и просто вот посмотрим. Действительно, отсюда, конечно, он не выглядит как шедевр, но мы сейчас приблизимся, конечно же, и вы увидите все. Я не знаю, вот я не мог сдвинуть эту капсулу с места никаким образом, да, как бы. Я пытался, но это не получилось. Видимо, это просто какой-то некий аванпостик такой стоит тут. Он сам по себе никуда не отправляется. Наверное, надо сесть сюда, наверное, надо на что-то понажимать. Но нет, это так не работает, и данная станция будет здесь стоять. Я думал, что она просто сама меня отнесет туда, да? Такого, на живца такого вот. Но нет, это не происходит, и поэтому, я так понимаю, надо отправляться сюда самому. Здесь есть, ребята, инфраструктура города, да, инфраструктура города. Вот этот город расположен внутри астероида. Он расположен реально как бы с этой стороны. Есть вход для грузовых кораблей, для больших кораблей. А с этой стороны непосредственно такой вот вход в сам город. Он сделан очень добротно, то есть вот таким вот образом, да. Надо его смотреть. То есть вы можете влететь с этой стороны, и штуки, которые внутри сделаны, рабочая среда и все. Вот даже видите, рекламные щиты здесь, даже что-то в жанре XXX, прям вот здесь есть крутотенечко, блин. Все, заправочная станция, все сделано просто идеально. И я скажу, вот, блин, лагает, подвисает, вы меня простите, но редко у кого она, эта база будет не лагать. Поэтому имеем в виду этот аспект, так. Прекращая лагать уже. И мы начнем, пожалуй, гулять здесь со стороны, где находятся грузовые корабли, грузовые отсеки. Давайте их посмотрим. Тут тоже все добротненько так сделано, классненько. Пару слов о том вообще, что это за станция. Эта станция построена полвека назад, на момент событий, которые здесь происходят. Точно это не указано сколько. Раньше это было жемчужиной данного сектора, вот этот вот город. Но потом он превратился в такое притонище для пиратов типичных. То есть, ну, здесь околачиваются всякие низшие слои общества. Такая клоака, некая клоака, такая Лас-Вегас такого низкого уровня. С блэкджеком и шлюзами. Шлюз тут хватает, вы сами видите, сколько же здесь можно шлюзов понаставить. Короче, они уже понаставлены. Давайте посмотрим, вот на примере здесь показано, какие корабли могут парковаться здесь. Кстати говоря, ну вот этот вот корабль, ну можно так назвать корабль, или грузовой, да, такой carrier типичный. А здесь у него, ну, по форме он совершенный квадрат, такой прямоугольничек, да. Но он функциональный, кстати говоря, но здесь он поставлен в качестве макета. Я даже не знаю, надо, наверное, все строение назначить на свое имя, чтобы получить к нему доступ. Давайте посмотрим, что тут у нас внутри. Внутри у нас замечательнейшие, как бы, элементы есть. Сейчас я уберу все лишние звуки.
которые будут мне мешать делать такой прекрасный обзор. Так, все, теперь ничего не будет мешать нам. Итак, я вернулся сюда, прошу прощения за паузу. Упс. Так, здесь у нас такие вот, скажем, отсек для выдвижных шасси. Вот это вот реально крутая идея. То есть вы приземляетесь на планету, у вас такой вот джим, раскрывается снизу ворота и выдвигаются шасси. Это классно. Главное, чтобы все это работало, потому что хоть и поршни и роторы пофиксили, но учитывая какая-то проблема у нас тут в игре, тем не менее, да, на серверах и так далее. Так, main airlock doors, front airlock doors, last landing gear unlock. Давайте нажмем, посмотрим, что это делает. То есть, ну, он, кстати, да, залочить вот эти вот механизмы выдвижения или сдвижения и так далее. Давайте откроем эти врата. Кстати, здесь несколько уровневых врат спереди. Сзади их нет, но в основном сюда как бы влетают маленькие корабли сюда. В основном это рудодобытчики и так далее и тому подобное. То есть это очень удобно, очень прогрессивно, я бы сказал. Ну, классненько, что тут еще сказать. Но так как это не основная тема нашего обзора, тут я пробегусь довольно быстро. Так, здесь есть программируемые блоки, и они выполняют какие-то программы. Я не успел разобраться вообще, какие они программы здесь выполняют. И доступ везде запрещен, тут нигде не сядешь. Они такие суровые дядьки, которые все залочили. Но, блин, тем не менее, довольно интересненько здесь все устроено. Здесь тоже находятся, допустим, точки управления дверями. Doors, в общем... обычными дверями, такими большими воротами, дверями и так далее. Ну что ж, давайте через этот шлюз пройдем, который является как бы неким способом перехода в наш порт, в наш город. Farsight Station, вот тут у нас несколько выходов. Вообще эта сеть выходов ведет в этот город. Давайте же сам город зайдем, блин. Я уже от прибывшей, ну, для прибывших, как говорится, общий шлюз. No entry, то есть не входить. Вау, Rotrix. Да, здесь, кстати, огромное количество плакатов. Они являются пародиями на наши, как бы, фильмы. О, мир судовые части. Просто прикольно, реально прикольно. Здесь находится огромное количество контента. И находится немало всего. Вот, например, Steam Station, Galacta.com. Фига себе, блин. Да, Redshift Night Club. То есть ночной клуб здесь есть. Welcome to Farsight Station. Реально, то есть это серьезная работа, которая была проделана. Здесь можно снимать, блин, сюжеты, офигенные сюжеты здесь можно снимать. Главное, чтобы ПК потянуло у всех. Space Cakes, блин, ну, космические кексики и этот напитки. Quantum Smoothies, да. Тут пиксельные, конечно. Это, кстати, автоматы. Здесь вы можете получить якобы, то есть что-то положите, получите кексики или напитки. Вау, это классно. Это, конечно, симуляция, да, грубо говоря. То есть, ну, это... Да, это не совсем функционально. Ух ты, здесь даже, как в метрошке, у нас есть терминал. То есть, реально, здесь есть, как в метрошке, у нас эти терминалы. Вот, что является прямо... Терминал Emergency. Опа, что тут происходит? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, кажется, меня кто-то стреляет. Так. Ах-ха-ха. Блин, я чуть не того. Прям покоцало меня. Не будем портить станцию, не будем нажимать кнопочки. Может случиться что угодно. Короче, вот такой вот интересный терминал у нас, как в метро. Давайте посмотрим, что здесь находится. Ух ты, здесь какой-то даже транспорт находится. Транспорт хаб. Вау. Космический этот... Космическое метро, или как это там называется. Короче, для вновь прибывших. Так, здесь вот меня поколотило. Видимо, в меня что-то стреляло. Ну, наверное, да. Так как я в креативе нахожусь, наверное, меня не убило. Здесь находится ИСАК Space News.
Spaceways. А, здесь авиакасса находится, даже так бы сказал. Различные авиакассы, компания, обслуживающая ваши полеты туда и сюда. Блин, это классно. Departures, те, кто отправляется. Ух ты, рейсы, расписание рейсов. Марс, Земля, как бы Луна. Zeta Station, на какую-то Zeta Station можно отправиться. То есть, ребят, реально, вы видите, да, все так круто. Так, это Terminal Lights, тут освещение. Можно нажимать на кнопочки и освещение. Потом, что у нас здесь есть дальше? Мы можем ли сесть сюда, допустим, и что-то поделать? Нет, мы не можем. Это, как, судя по всему, пассажирское креслице. Мы даже включить почему-то не можем. Ну, не беда, видимо, это просто муляж на самом деле, да? Вот, Farsight Station, то есть мы сюда вот можем отправиться и увидеть город. Но не будем спешить, потому что здесь еще что-то есть. Z4, L3. Ребята, здесь есть... Здесь есть этот автоматическая система транспорта, которая будет циркулировать. И это трамвайчик, который автоматизирован, и он работает реально как некий этот... Ну, короче, вы видели трамвайчики, которые работают в качестве гидов, и вы можете на них гулять. Давайте сядем в него, и вау, мы сейчас будем путешествовать по данной системе. Даже... У меня нет слов. У меня реально нет слов. Это просто что-то с чем-то. Интересно, куда мы сейчас отправимся, куда мы прибудем? Мне просто очень любопытно. Тут есть много транспорта, на самом деле, который ведет в разные места. Да уж, это просто удивительно. Просто классно. Мы можем сейчас слезть, на самом деле, потому что мы, в принципе, уже пришли в город. Вау! Ребята, вау. Quickly freeze to meet you. Люди, которых замораживали. Итак, а вот здесь вот требуется такая музычка типичная. Вот это, ребята, город. Вот это реально большой-большой город. И реально, мне кажется, что одной серии не хватит. Вот это вот все, вот это вот реально опозреть, чтобы со всем этим познакомиться. Вы видите, что здесь происходит? Вау! Вот это вот, да, здесь огонь просто. Реально, огонь! Даже не огонь, а огонь! Да, это круто, это просто круто. Да уж. Что здесь происходит? Вот реально. У меня нет слов. Реально, нет слов. Итак, мы продолжаем наш обзор. Мне даже пришлось немножко остыть от увиденного. Итак, ну что ж, начнем мы рассматривать наш... Ух ты, здесь есть даже логотипчик Atari. Мне просто язык заплетается от того, что я все это увидел. Ну что ж, давайте попробуем... Начать с какого-нибудь края, что ли, рассматривать эту всю прелесть. Давайте отправимся туда, откуда как бы я пришел, да? Где ездил мой этот... Ну, так, упс, спойлер. Так, ладно. Пойдемте сначала вот в тот самый терминал, откуда я пришел, чтобы поподробнее все посмотреть и рассмотреть. Так, отсюда ли я пришел? Реально, здесь можно заблудиться, это как нефиг делать, потому что здесь все очень большое, обширное, и, ну, давайте начнем как-нибудь отсюда, что ли, потому что, ну, очень большой город, а вот тут трамвайчик, который тут ходит и нам все показывает. Subway, вау. Так, транспорт хаб, здесь вы можете... транспортный узел, сесть, ну, посмотреть, как эти вагончики и все делаются. Здесь чинят, грубо говоря, эти штуки, трамвайчики, которые вас туда и сюда отправляют. Так, что это у нас такое? Здесь у нас есть везде вывески.
у кафе Аврора, Food and Drink. Кафе Аврора, где вы можете поесть, заказать себе такой тройной Big Mac. Это просто офигенно. Также у вас здесь есть тут куда-то вниз вход, да, какой-то нижний этаж. Так. Вау, Redshift Nightclub. О, ночной клуб. Давайте посмотрим, что у нас в ночном клубе есть. Так, да, ух ты ж, как тут интересно-то все. Так, что это у нас тут такое? Да, ух ты, тут у нас сцена, ребята, у нас тут сцена. И здесь есть даже, так понимаю, это динамики. Вау, да. Сцена, здесь кто-то выступает. Возможно, даже стрип-клуб какой-то. Наверное, стрип-клуб здесь тоже есть, учитывая размеры всего этого, блин, стекло, блин, не вписался, короче. А здесь, ну, ночной клуб мы глянули. Дальше у нас тут ожидает другие уровни. Давайте посмотрим. Такс. Вип-вип-анир. Оружейные. То есть тут реально есть оружейный магазин, в котором можно что-нибудь себе прикупить. Так, вылезем-ка мы отсюда. Если честно, реально очень просто заблудиться. Infinity Storage, то есть здесь вы можете хранить свои вещи, то есть такая... отель есть, реально, вот отель, просто класс. Огромное количество вывесок. Кстати, Farsight Station Security, это как бы полицейское нечто. Вау, так, что у нас здесь? Что-то не вижу. Какой-то китайский, либо корейский язык, какой-то тэч. Но мы здесь это увидим. Upper Street Access, то есть доступ на верхнюю улицу. Вау. Новые корабли, Space, и новые использованные корабли. Вы можете приобрести продажа кораблей, вау. Так, кафе Аврора мы посмотрели. Memories for Life Recall. Воспоминания для жизни. Да, The Perfect Vacation. Удивительно. Хорошие, как бы, отпускные, да? То есть вы можете отправиться в отпуск. Удивительно, блин. Реально удивительно. Так, что это такое? Так, нажимаем. Тут вас могут обследовать. Судя по всему, это, по-моему, медицинский медстейшн, да, медицинский центр. Классно, слушай, какой-то МРТ тут прям вот. И вы можете просто... вы можете сюда лечь, и вас загрузит стимуляцию отдыха. Вот уж технологии будущего, да, так сказать. Просто офигенно. Дальше посмотрим, что у нас тут есть. Мы отправляемся дальше, потому что мне не терпится увидеть еще. Так. Ну, что это у нас тут такое? Гринхаус. То есть, если вы любите побольше зелени и хотите симуляцию леса, то здесь, пожалуйста, гринхаус такой для вас. Классненький. О, боже. Главное не напороться. Так, отель мы увидели. Ух ты, XXX. Билли Найт Клаб. Ночной клуб Билли. Посмотрим, что у нас тут есть. Ну, конечно. Самое то, чтобы прохлаждаться здесь со шлюзами. Но вы поняли, о чем я. Да, и музычка, наверное, хорошая. Креслицы. Нет слов, реально. Дальше, что у нас тут? Putting Family First. LPC. Что-то семейное. Рядом с ночным клубом. Прям реальный Лас-Вегас. Здесь что-то связанное с семьей. Видимо, страхование какое-то. Для всей семьи или чего-то подобного. Посмотрим дальше, что на других у нас улицах есть. Что? То есть Sonic Tattoo. Tattoo Club. Ну конечно, куда же без татух-то? Здесь Space News. О, вы только посмотрите на это, ребята. Space News. Новости инженеров. Блин, обожаю, реально. Так, S&M Astros. New Used Spaceships. Вот здесь вы можете приобретать корабли, использованные и новые. Subway.
Так. Вау, Odyssey Cinema, то есть вы можете попасть в кино, реально, то есть кинотеатр здесь есть, такой шлагбаум. Clancy's from Outer Space, вау. Новая премьера фильма, вот, Rotrix есть, это пародия на Матрицу, я так понимаю, да? Реально, классно, Screen One, экран один, вау. Вот вам кинотеатр, то есть вы можете сесть и такой с попкорном, а потом, конечно же, как диванный критик сказать: «Нет, это не тот фильм, мне не нравится, короче, фу», забросать все и уйти, как это обычно делают, блин. Или сказать, что все очень классно. Так, что у нас здесь? Cinema Spotlight on off. То есть тут освещение, я так понимаю, да, регулируется, то есть... Посмотрим, какая вторая премьера, если она, конечно, тут есть. Вот, no entry, то есть не входить. Ух ты ж. Я воробушки. Здесь, типа, проектор. Блин, хорошая имитация, реально. Типа вот этот проектор, который светит на экран и показывает фильм. Очень-очень молодец, короче, молодцы авторы данного данной карты. У меня реально просто нет фильма. Ух ты, The Pistons of Doom. Блин, здесь бы Элипиду показывали бы. Вообще было бы здорово. Да, только осталось сделать Элипиду популярной. Так, еще один ночной клуб. Какой-то корейский, китайский. Короче, здесь очень много ночных клубов. Реально, вот. Реально такие места злачные, да, где вы можете напиться, побуянить, получить удовольствие, your pleasures, так сказать, pleasures, pleasures. Вот, дальше, что здесь еще есть? Так, здесь мы побывали. О, что еще за вывеска? Так, Redshift Presence Coronal Mass Ejection. Так, не понял, что, короче. Фух, что еще тут у нас? Fight Club есть, то есть бойцовский клуб, вот он ринг, вот он арена, то есть реально, вот вы сюда заходите и видите, как эти инженеры мочат друг друга, или роботы мочат друг друга, и здесь даже вот поставлены поршни для того, чтобы, ну, для эффектного появления бойцов на клуб, ну, то есть на арене, то есть они снизу появляются, это реально круто. Там, не знаю, 5 с плюсом, 10 с плюсом, еще один транспорт. Да уж, что еще у нас тут есть? Flying's Arcade. Игровые автоматы, ребят, игровые автоматы. Вот это вот танцевальные, как бы, автомат, реально. Вы можете Space Engineers Dance Off. Insert coin to start. Ставьте монетку, чтобы начать. О, блин, это просто офигенно. Бластероид Альфа, то есть это игры, в которые можете поиграть, игровой клуб, супер-супер, Alien, вау, блин, как все здесь проработано, я просто не знаю, как это выразить эмоциями. Большое спасибо ребятам, что они сделали это, здесь можно реально много чего снимать. И так, это тату-клуб, вот тот самый тату-клуб, да, в котором вам будут делать тату, татушки, какие только на цвет и вкус ваш любой, оттатуируют вам все тело. Вау, да. Классно, классно. А здесь, куда мы попадаем? Да, это то место, откуда, в принципе, я собирался прийти или пришел. Это более верхний ярус. Да, ну что ж, пойдемте дальше. Здесь мы уже были, так, жух, посмотрим, что у нас тут впереди. У нас, видимо, есть еще одна улица, да, у нас есть еще одна улица. Так, а вот эти самые корабли, новые и использованные, то есть, ну, это типа машин для передвижения в городе. О, наверное, какая-то последняя модель, такая типа крутенькая, 69-я модель. Короче, классно, классно, вау. То есть здесь есть цены, здесь есть характеристики этих самых машинок. Короче, мне очень-очень нравится. Что же это такое? Вот вывеска «Мир Трудмай» или как он там называется? Автоматы опять? Вот, «Мир судовые части». Давайте посмотрим. То есть «Мир судовые части»,
части кораблей, судя по всему. О, здесь еще один какой-то транспорт езжает. Что? Значит, что за кнопочка здесь? Эх, не успеваю. А, это типа чистильщик улиц. Прикольно. Так. Что ж тут еще есть такого интересного? Сделано в России, блин. Продажа по... Классно, классно, классно. Дальше, что тебе показать, мой милый друг, инженер, подписчик моего канала? О, здесь уже завалилось на бок. Текс. Здесь есть много уровней, на самом деле. В одну серию мы не управимся, потому что я думаю, что, ну, две серии тоже особо делать смысла нет, потому что это просто обзор, а не именно такая фуловая прогулка по этому городу. Ух ты. Сколько здесь уровней-то? Так, поднимемся повыше. Верхний ярус города. Так, что это такое? Screaming Fist. Что-то с ором связано, с оранием. Оранием. С криками. Так, Screaming Fist. Так, вот здесь мы пробежались. Cooper Tech Mining and Drilling. Продажа буров, грубо говоря. Магазин, вот, Smile. Small Drill стоит $1249. То есть здесь вы можете купить оборудование для бурения. Любопытно сделано. Здесь большие буры. Там, здесь стойка продавцов. Просто офигеть. А Fight Club, само собой, мы в нем были. Вау, короче. И я кое-что еще хотел бы вам показать. Да, посмотрим, что за Screaming Fist. Наверное, это место, куда заходишь, начинаешь орать. Больше делать нечего. И когда тебя все достало, заходишь и орешь. Наверное. Medical Center. То есть, если вам стало плохо, вы проорались и поняли, что сорвали все связки, горлышко болит, заходите сюда, смотрите новости и получаете медконсультацию. И здесь наверху, конечно же, есть вот медицинские лежаки, где вас вылечат добрый доктор-инженер. Короче, круто. Здесь вот реально круто. Давайте посмотрим, что у нас тут дальше находится. Здесь у нас находится какой-то ангар с воротами вниз. Давайте посмотрим. Вот здесь я, кстати, вообще не был. Landing Pistons Reverse. Я не знаю, что это такое. Так. О, открываем. Вау. Что-то выдвинулось. Хм. Неплохо. Только для чего? Так. Что у нас тут? Landing Bay. Так. Что у нас тут? Landing Bay TB2. Опа. Что-то взорвалось. Блин. Я что-то взорвал. Черт. Что-то взорвалось, улетело, и теперь это падает на меня. Ну, как всегда, блин, да? Так. Я ж тут, короче, что-то взорвал тут. А тут было... Тут был, походу, доступ на нижний уровень. Эх, лур-лур. Up to street level. То есть здесь нижние ярусы. И я только что попортил один ярус. Так, что у нас тут? Тут у нас какой-то кораблик, который создан для... Ну, доступ запрещен. Понятно. Это для таких, как я, чтобы ничего не портили. Так, approach. Doors to open. Понятно. Так, что у нас тут еще есть? Идемте дальше. Тут у нас идет уже двери к выходу. То есть реально. Давайте посмотрим. Тут огромное количество лестниц, конечно же, чтобы добраться до верхних ярусов. Вот здесь вот, то есть основной вход в город, наверное. Огромное количество вывесок. Так, мне очень понравилась одна идея, которую я хочу вам показать здесь. Вот это вот ворота, дорогие друзья. Ворота сюда. И давайте покажу, как они сделаны. Потому что это реально надо видеть. Здесь, вот видите, это шлюз для кораблей. Большой шлюз. И здесь, например, можно нажать на это. И смотрите, как открываются ворота. То есть это тоже круто. Реально круто. И здесь вы можете открыть ворота вот эти. И потом... Просто вот спокойно на корабле вот так вот пролететь отсюда. Юх, вот так вот. И
там есть даже отсек, ну, кнопочка для сканирования вашего корабля. Вы пролетели в шлюз, остановились, и ваш корабль сканирует, конечно же, потом вы залетаете внутрь. А эта сторона, ну, как я показывал, с вывесками, щитами, она более... Она не совсем для грузовых кораблей, это, типа, другой вход в город. Вот, для малых судов и для более гражданских, да. Тот был именно такой грузовой шлюз, пассажирский большой шлюз, а это такой не пассажирский. Так, что это у нас тут такое? Так, в тату-салоне мы были. Вот это верхний ярус. Здесь у нас что? Так, здесь у нас ничего. А, здесь у нас реально пока ничего. Какие-то служебные. А, о, шины. Шиномонтаж, что ли? Так. Ну, судя по всему, здесь, видимо, дома или какие-то другие сооружения. Да, любопытно. Просто нет слов. Просто нет слов по поводу количества всего. Всея здесь. Тупичок такой. Городишко. Тут даже есть вот верхний ярус, который следит, судя по всему, за логистикой города, да? Рабочие следят за всем. Что у нас тут? Стандарт roof lights. Это освещение. Так, освещение. Так, да, тут в основном освещение. И схема города. То есть за ней можно следить. Прям офигенно, ребята. Фух, дальше что у нас тут есть? Тут просто вот можно ходить и ходить и ходить еще раз. Вот он, реакторная. Так, что у нас тут происходит? Что это за черные молнии? Видимо, дым видоизмененный. Здесь огромное количество, судя по всему, скриптов. То есть это уже инфраструктурная часть города, в котором у нас рефайнери, то есть ресурсы, перевариваются здесь. Место, где тут полыхает огонь, я еще даже не знаю, что это за место. Ну, судя по всему, это печи какие-то. Упс. Да, судя по всему, это какие-то печи. Что-то отливается, очень похоже на кузню. Да, какие-то котлы. Короче, ну очень круто все выглядит. Я до конца не знаю назначения этого всего, но выглядит уже круто. Вау, да уж, ребят, да уж. Это просто no comments. No comments. Здесь тоже еще что-то находится. Давайте посмотрим, что это такое. Два входа. Ну, по сути, ничего, это декоративное агентство. Да, огромное спасибо ребятам, которые сотворили это, потому что это огромный труд. Реально огромный труд. Тут еще и какая-то инспекция летает, в которую я врезался. Короче, ну просто супер. Еще здесь какой-то отсек. Давайте посмотрим. Да, этот астероид пронизан ходами. Реально пронизан ходами. А вы можете... Так. Ну да, это боковая часть города. Фух. Реально, здесь вот... здесь город сделан под размер каких-то, не знаю, игр. Ну, нет, конечно, с играми сравнивать, с другими это, конечно, нельзя, но я знаю просто, например, игры типа Dying Light и так далее, где города, в принципе, чем-то под размер этого, то есть маленькие локации городские, где вы можете что-то делать, интерактив. Это круто, реально, это круто. Это просто у меня нет слов. Так что с космического спейс-инженерного Лас-Вегаса с вами сегодня был Лур Лемур.
подписывайтесь, ставьте лайки, дорогие друзья, вот такие вот лайки. Не ленитесь подписываться, не ленитесь делиться видео, потому что этим самым вы повышаете качество контента. Вы, если вам нравятся данные видео, вы увеличиваете их количество, потому что вы влияете на качество. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы данное видео, подобное видео становилось больше и лучше. Ну что ж, до скорых встреч, дорогие друзья. Побольше таких проектов. Пишите в комментариях все, о чем вы думаете. С вами был ваш Лур Лемур, капитан. И до скорых встреч, до следующих серий. Всем пока-пока.